И всем привет, мои котики! Вы на канале Тока Кэт. Сегодня у нас... Сейчас, секунду. Видео. Или я не помню. Я, короче, не знаю, стрим или видео. Короче, у нас сегодня видео о том, как... Где найти все кристаллы Тока Бока. Сейчас я вам это покажу. Я же... А, сейчас трансляция. Короче, сегодня стрим по Тока Бока. Да я запуталась. Так что сегодня я вам покажу, где найти. Видео будет по формату, где найти. Ну, видео, где найти вещи. Всего, ну вот, сейчас я вам покажу, где найти первую вещь. Первую вещь можно найти на почте. Ой, ребята, короче, что-то зависло. Давайте. Вот у нас почта. На почте можно найти дофига классных вещей. Например, если у вас обновленная версия, можно найти вот такой классный кактус. И найти шикарный фотоаппарат. Сфоткаешь. Салют! Ура! Но из красивых вещей можно найти тут вот такой и такой цветок. Упс, я коробки забыла взять, ну ладно. И складываем мы это все вот в эту коробку. Ой. Так, господи! Мяу! Распаковывайся, коробка! Подарок в коробке, нормально. Пойдем на эти красивые вещи. Идем в другое место. Хоть как. Ой. Простите. Если чего, подождите. А, все. Стрим. Короче. Где еще найти классную вещь? Сейчас я вам покажу. Идем, конечно, в вкус. Где на вкус? А знаете что? У меня есть кот, и он поцарапал, он ударился до крови. Мне в этом теперь две красные точки. А я одна жирная, одна не жирная. Ну, короче, давайте достаем персонажа. Если что, это я, а на аватарке стоит другой мой персонаж. Короче, тут можно найти много красивых вещей. Возьмем коробочку побольше. Вот это уберем. Ну давайте, пишите в комментах, да или нет. Я не знаю. Ну ладно, короче, давайте большую коробку возьмем. Это естественно. Тут можно найти красивые часы. Вот они. Вот классные. Есть часы. И можно, ну, подушек красивых тут точно нет. Но есть красивое растение, опять же. Классное растение, слушайте, я бы его вдом. И, конечно, все, ну, я не знаю, конечно, если вы наберете 10 лайков, ну, наверное, сначала можно набрать 10 лайков, потом набрать 30, 20 лайков, потом 30 лайков,
потом 40, потом 50, потом 60. Ну, короче, по 10 лайков под каждым видео. Раз. Что это? Два. А можете мне в комментариях написать, что это я в такую играю 5 лет? Но на видео это не снимала. А сама не знаю, что это. О! Такая вот есть офигенная картина. Для вас она как ботаник. Ну, ребята, вы не забудьте подписаться и поставить лайк. А? Мы же с вами хотим набрать 1 000 000 подписчиков или 10. У меня уже 4. У меня еще 6 подписчиков для 10. Не знаю, почему мое первое видео это стрим. Ну, короче, я вам рассказываю, почему мое первое видео это стрим. Я сначала уже не знаю, как видео записывать. Я начальный ютубер. И вот. Видео. Я не знаю, как записывать видео. Я только трансляцию нечаянно записала. Ну ладно. Короче, тут еще есть красивый кактус. Ну, короче, мы забрали все красивые вещи. И можем идти дальше. Котики, мы покидаем это здание. Еще можно найти красивые вещи в редакторе. Давайте в редакторе поищем. Ну еще мы сегодня найдем красивые квартиры. Да. Красивые квартиры. Давайте зайдем в наш дом. Пэтик. Пэтик. Хотя Пэтик. А знаете, давайте так, мы договоримся раз и навсегда. Подпишитесь на канал Амели и подпишитесь на канал Тока Кэт, или я не помню. Ладно. Сколько трансляция идет? Мне планировалось 15 минут. Ладно. Короче, красивые вещи есть. Вот, например, такая красивая вещь. Ну, тут много красивых. Красивая вещь. В принципе, можно найти красивую вещь. Это... Да. Это вот... Такая вот вещь сейчас. Ой. Такая подушка. Ой, простите. Кто не знал, это но. И, кстати, ребята, я хочу вас похвалить. Новое обновление в Токи Монстер. Ковры из редактора ставить. И все. Еще есть красивые... растения. Растение, да. Такое красивое растение есть. И все. Ну, давайте еще формат видео я вам покажу. Еще что-нибудь. Я даже не знаю. Может, шортс потом снять. Привет. Пи-п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 и. Ладно. У нас есть, конечно... Давайте еще вам покажу секреты. Секретов много. Или крабитов. Давайте лучше секрет. Я вам покажу один секрет, который мало кто знал. Сходим в это.
Лысый мой, лысый кот, лысый, лысенький, лысенький кот, лысый, лысый кот, лысый кот, прям лысый. Ну ладно, я загрузилась. У нас есть такая секретка. Я вам покажу, вот такая. Так. Где? Вот. Давайте найдем кости. Вот первая кость, это ведро какое. Я не помню, как это называется. Вторая кость. Третья кость. Четвертая кость, другая рука. Вот. Ничем не отличается. Или отличается совсем какой уже. Еще можно найти. А, я вспомнила, где это. Голову. И, конечно же, лапу. И у нас начинается такая штучка. Появляется у нас такой миленький пират. И вот. Это вот наш друг. Еще тут есть секрет кое-какой. Давайте пройдем к мостику. Вот крампит. Надо кустик. Короче, вы видите, тут кустик. Я могу на него нажать. Всё. И можно денежки подзаработать. Так себе. Прикольно. Деньги можно подзаработать, класс. Все. Лысый, лысый. Это. Давайте и тут можно вылупить птенчика. Бай-бай. Я пошел в камеру. Ой, господи. Яйцо упало на пол и разбилось. Какая странная музыка. Что это такое? Еще? Можно тут... О, господи, куда я картину не... Ну, это знаете, сюда я повесил. Положу. Сейчас я вам покажу, где можно еще жить. Лысый! Короче, зеленая загрузка. Надеюсь, под этим стримом наберется много лайков. И подпишитесь на канал. Обязательно. Потому что мой контент у меня всегда весело. Надеюсь, будет весело. Еще есть такой секрет. Сейчас мы зайдем. Ой, на второй этаж зашел. Хватит лысый. Котик. Пэт лысый. Вот лысый. У меня есть котик. Лысый, лысый, лысый. Пэт. Итак. Я не туда зашла. Ну, не на тот этаж. Котя-потя, мой малыш. Завтра, может, будет видео, наверное. Надеюсь, не в 7 утра. Ну ладно. Смотрите. Раскопайте. Тут ничего нет. Браво, тут ничего нет. Ну, короче, раскопайте. У вас багнется только, что тут ничего нет. Господи. Так, кот, подождите. Кот. Уходим.
ходим пить воду. Ладно. Давайте я сейчас вам покажу секрет. Да, кот, ты еще пришел. Лежи, блин. Ладно. С экраном кое-кто будет. Короче, смотрите. И вот так. И вот тут крампет. И если подвинуть кот тыквон. А тут только нет. И тут нету крампета. Что? Смотрите. Я вам еще хочу показать один прикол. Ладно. Секундочку. Ладно. Смотрите, вы же знаете плакат пропажа котика. Кота. Ну, пропажа котика. Мы можем пойти на эту вот локацию, где лошадок надо тренировать. Тренировка лошадок. По попке получи, по попке получи. Вот, короче, есть такой плакат по пропаже котиков. Ну, этот плакат все знают. И тут этот кот про пропажа прожил успешно. Только вот хозяева его пить свои айфоны. Колюб сидит на туалете. Ну, это, конечно, странно. Может, правильно говорит. Я его выбросил. Давайте я вам еще покажу, как я умею кататься. Я хочу быть котом. Я кот. Надеюсь, я выиграю. Коты всегда выиграют. А собака? Собака, я кошка. Котик лучше. А на лошадке я быстрее. Я быстрее. А поэтому мы самые первые. Ну ладно. Короче. Коты любимые мои. Ну, короче, Фредди, кто там еще? Барсик. Ну, короче, коты и кошечки. Скоро стрим закончится. И я, если честно, хочу, чтобы мы еще что-нибудь сделали такое-нибудь. Что, кот? Поднял свой животик. Нитки мой. Подождите. Секундочку. Знаете что? Я еще знаю секрет в школе. Ну, не в школе, а секрет в одном центре каком-то. Детском, наверное. А в таком центре на первом этаже. Подождите, трансляция идет. Ага. Трансляция экрана. Кот. Первое место.
Ой, подождите. Зашла. А. Пс. Секунду. Все. Кот! Кот! Ладно, сейчас спеть. И тут у нас есть такой туалет. Всегда хотели себе летающую доску. А я вам отвечу, как ее получить. Всем сюда позже. Надо сесть на этот туалет. И нажать на кнопку. Вам вуаля, слезть с туалета и нажать на эту кнопку. И теперь у вас есть летающий скейт. Браво, вы можете, вы бабочки научились летать. Супер. Конечно, я полетела. Ладно. Ну, короче, ребята, я начну с вами прощаться. Всем пока. И до скорых встреч.